Так, сегодня мы приехали в заброшенную деревню, пусть говорят, что тут какой-то завелся мутант свин. И сегодня мы не только с Максимом. Сегодня Максим, я дракон. Кто меня не знает, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы больше знать про меня. И Василий. О, привет, мой тракторист. Ну, дядя Вася. А что тебя занесло в эту деревню? Ты же в Калычевке. Да, вот приехал вы Пуканова, и тут не очень приятная картина. 50, где-то 10 человек убито, один жив. Я могу вам все рассказать. Это существо напало на нас и убило. Одним ударом. Всех. Вот езжу убирать их. Ну понятно, сейчас поедешь опять их убирать, да? Вот это там видео это существо. Да, видео, оно мне один раз трактор разорвало. И у меня руку оторвало. Но две руки нормальные, а третья рука на конце какой-то дракон, голова, то есть. Понятно. Она приходит именно на это место. Вот сейчас должны скоро пустить, короче, я уваливаю отсюда. Из Калычевки. Стой, дядь Вася. Расскажи все подробнее. Ах, вы козлы. Стой, тракторист. Все равно не убьете. Блин, уехал через телепорт. Ладно, мы сюда и телепортировались. Все равно пулю один раз в голову всадил. Что это? Это что, на земле? Как будто какие-то шаги. Господи, боже мой. Что это? Вот он. Ну, как и говорил дядь Вася. Он даже сразу, блин, он реально 100 метров. Он мне сейчас одним ударом не спинит. Ага, обойдусь, я-то понял. Ребят, открывайте по нему огонь. На чем стрелять? Да, хоть по чем-нибудь. Тихо, ну. Он свою руку запускает. Дракон, отходи! Максим! Блин, придется его опять заштурмовать. Ах ты ж, скотиняк. Василий, что делать будем? Я не знаю. Ничего не берет. Он очень, он прям сильно на нас зол. На тебе кусок Максима. На чью-то бошку. Надо постепенно ему, наверное, руки ему отбивать. И потом один выстрел в голову. А как его? Это довольно опасно и смертельно. Я могу не выжить, но я сейчас попытаюсь на все его руки расставить на С4. И когда она взорвется, все руки у него отпадут, то он станет полностью беззащитным. Давай, подбрасывай меня. Ёхан, давай. Попробуй пострелять. На, глаз ему.
Есть, я ему фингрос удалил. Напоследок я скину эту 84 сразу. Все, взрыв продающий 1, 2, 3. Все. Василий, ты молодец. Василий. Ладно, опять надо будет их возрождать. Вот он, который творил всем ужас. Хлю-хлю. Кенни, я у него зачем? Если он еще себе будет выслать. Кенни сказал, я взорву ядерную бомбу. Ты что, с ума сошел? Нахрена ядерную? Просто за 4. Хорошо. Взрыв через 1, 2, 3. Все. Василий молодец. И даже у него на ногах кто-то пропал. Ура! Вот такое вот видео получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, с вами был Супер Дракон. Всем пока-пока.